Всем привет! В 50-е годы прошлого века в староиндийской защите Юрий Львович Авербах начал регулярно применять новый для того времени план. То есть вот ходы, которые вы только что увидели, и позиция, которая стоит на диаграмме, это теперь называется система Авербаха. И с 26 июня у меня стартует следующий этап тренинга по староиндийской защите, во время которого мы будем наигрывать и за белых, и за черных позиции, возникающие в системе Авербах. В употреблении белыми этого варианта замечены такие сильные шахматисты, как Иванчук, Мамедьяров, Карлсон, Рамник, Каспаров, Карпов, то есть Коробов, ну и множество других сильных шахматистов белыми. Черными, если вы играете староиндийскую защиту, вам тем более надо знать, как играть в таких позициях. Подробнее о моих тренингах можно посмотреть здесь. Расписание тренинга по системе Авербаха вы сейчас видите на экране. Если есть желание принять участие в тренинге, пишите на почту, это вот подо мной. Технический директор вышлет вам все подробности. Стоимость участия в тренинге остается антикризисной. 1500 рублей более чем за 14 часов работы с гроссмейстером в режиме веб-конференции, плюс 5 тематических турниров. В тематических турнирах могут принимать участие абсолютно все желающие, это бесплатно. А вот разбором партий и прослушиванием лекций с планами белых, черных, с обсуждением, в общем, этих планов сторон, с разбором классических партий, с ответами на вопросы, мы будем заниматься только с участниками тренинга. Важный момент. Если участников тренинга будет более 25 человек, то появятся дополнительные разборы партий. То есть группа участников будет разделена на, ну, примерно пополам. И это мы все определим во время первой лекции или второй лекции, кому как удобнее. То есть есть вероятность, что с 28 числа у нас будет два разбора партий вот в дни, когда он будет проходить. Спасибо за внимание. Записывай.